Силовики в Армении заявили о предотвращении взрывов. Проведено 19 обысков в квартирах и автомобилях, в результате чего обнаружены детонаторы, фитили, самодельные взрывные устройства и части к ним. 6 человек задержаны. 2 гражданина Армении, причастных к группировке «Соснацрер», планировали организовать взрывы, в результате которых должны были погибнуть официальные лица страны. Задержаны 6 человек, сообщает Служба национальной безопасности, СНБ, Армении в субботу, 21 апреля. 2 граждан, причастные к Жирайрусифилину и членам вооруженной группировки «Соснацрер», создав преступное сообщество, планировали организовать взрывы на ряде транспортных участков, торговых центрах, проспектах, в результате которых должны были погибнуть ряд официальных лиц, правоохранителей. Все это должно было привести к всеобщей атмосфере страха, что должно было повлечь давление на госорганы и выполнение ими конкретных требований, утверждают в ведомстве. Проведено 19 обысков в квартирах и автомобилях, в результате чего обнаружены детонаторы, фитили, самодельные взрывные устройства и части к ним. 6 человек задержаны. Силовики возбудили уголовные дела по 4 статьям Уголовного кодекса Армении, включая подготовка теракта организованной группой. Ранее сообщалось, что протестующие в Армении отказались вести переговоры с властями. Оппозиционеры готовы обсуждать только условия ухода нынешней власти. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Team Корреспондент.нет. По материалам сайта newsgro.com.